Ребята, привет! Играем песню «Супер плащ». Адаптацию для акустической гитары. Тональность до мажор, но в куплете используются другие аккорды. Соль мажор, ля минор и фа мажор. Я надеваю супер плащ. Сегодня здесь и карма я, и закон. Знаешь, я вернусь, родная, прошу тебя, не плачь. Я буду здесь недалеко. Дошли до бриджа. В бридже другая гармония. Мотор ревет, иду на взлет. Внутри меня огонь и лед. Кто мир спасал? Итак, это был фа-мажор. До-мажор. Соль-мажор. Ля-минор. И припев такие же аккорды. Я все расставлю по местам, а ты дождись, пожалуйста, пока злодеи платят по счетам. Пожалуйста. Я специально помедленнее и потише так мурчу, чтобы все было понятно. Итак, а теперь мы соединим на примере второго куплета и припева вот это все безобразие. Идет война добра со злом. Пусть за окном темно, но свет. Собственно, и вся песня. Там добавляются повторы припевов просто по несколько раз. И все. Соло гитарное играется под куплет. И в конце еще раз повторяются припевы. Вот, если что, пишите, спрашивайте. Все покажем, расскажем. Хорошего дня!